Всем приветик, ребятки. Мы с вами играем Grand Song. Это тоже такая хоррор-игрушка. Ребят, говорю сразу, это наше последнее видео с игрой. Не последнее, просто на следующем видео уже 3 дня сразу подряд будет выходить не игры, а что-то живое в реальности, то, что я сниму, то и будет выходить. Но я сразу говорю, это не игра, чтобы знали. Так, ребята, мы должны пройти эту игру. Ой. Они в этих таких играх духи так быстро бегут, что вообще от них невозможно сбежать. Хоть бы не пришел. О, ушел. Но это наподобие, я даже хочу его... У него что, лицо есть вообще? Или только там тыква какая-то, мне кажется. Так, идемте за ним, потому что там есть одна дверь. Туда нужно зайти, там есть такой вот, как шкафчик, там нужно открыть. Ребятки, там нужно открыть. Так, надо пройти. У него очень большой дом и такой красивый диванчик. Во, о нет, 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 нет. Он за нами идет. У него что, на лице тыква? Вот, вот эта вот дверь надо открыть. Есть, открыли. Так, берем и идем. Уф, чуть не попались, ребятки, чуть не попались. Идемте дальше. Мы должны пройти эту игру. Обещаю, что я пройду эту игру. Обещаю вам. Все, идемте дальше. Так, здесь это делаем. И все. Заходим. Я хочу его лицо увидеть, но если я увижу его лицо... Кстати, мы нашли ключ, и здесь тоже надо открыть. Так, код. Берем код. Не, еще не берем, потому что сюда этот нужен. Гаечник, мне кажется. Да, гаечник нужен. Вот здесь вот мы должны... 4, 1, 7 и 9. Все. Это. Все, ребят, готово. Открыто. Теперь нам нужен гаечник. Вот теперь нам нужен гаечник. Не гаечник, в общем, такая штучка, в общем, я забыл, как она называется. Во, вот здесь она. Вот, вот эта штучка. Ой, он там. Это на какого-то монстра похож. Реально, ребят, он на монстра похож. Все, сейчас унитаз подвинем. Все. Все готово. Все, берем наше... Звук, как у Грэнни. Послушайте внимательно. Не музыка, а вот шаги. Как будто Грэнни идет. Так, кладем сюда. Вешаем сюда, вешаем. Все быстро на машину и выигрываем. Все, ребят, вот наша машина. Так, нам нужно садиться и езжать. У нас очень мало времени. Все, мы выиграли. Всем пока-пока, ребят. Ставьте лайки и подписку.